Привет, ребята, опята! И вот уже наступил февраль, а это значит, что скоро грядет мой любимый праздник 14 февраля. И по прошествию 2 лет ваша вторая половинка поняла, что у вас нет денег на нормальный подарок, и в третий раз сделать подарок своими руками не вариант. Поэтому в этом году мы будем удивлять вашего человека сердца высокой кулинарией. Перенесемся на кухню. Но так как мы находимся на кухне, то выглядеть нам надо соответствующе. Другое дело. Скажу сразу, дошик мы готовить не будем, потому что ешь ты его каждый день. И для начала мы приготовим основное блюдо. И для основного блюда нам понадобится сосиска и яйцо. И, естественно, сковородка. И кто еще не понял, мы будем готовить основное блюдо в виде завтрака, а именно яичница в форме сердца, вот по такой вот картинке. Для этого нам нужно очистить сосиску от кожуры. Разрезать ее не до конца, вот где-то вот столько вот. И самое главное, нам нужно ее вывернуть в форме сердца и заколоть зубочисткой. Ну, прикинь, не получится. Естественно, не получится. Мы были подготовлены к такому исходу событий, поэтому мы взяли еще одну. Мы учли все ошибки. И сейчас я заново повторю. Ошибки ушла. Нет, я сделала надрез меньше. Меньше самое главное. Это не получится! Так как у нас закончились сосиски, мы будем исходить из сложившейся ситуации, поэтому мы попробуем еще раз из половинки. И так как яичница в форме сердца у нас отменяется, то мы попробуем хотя бы сделать простую яичницу. Мы. Так как уже опасно. Так. Слушай, красиво-то как, аж перестаю дышать. Надо, наверное, подождать, пока она станет беленькой. Ну да. Подожди. Так, давай поперчим, посухарим там. Кто-то сглазил мои шедевры. Блин, мамка увидит, что я ножом по антипригарной кастрюле сковороде. Ну, хана, короче. Я еще думаю, можно приукрасить и без того великолепную нашу яичницу оставшейся сосиской. Попробуешь? Мимо, конечно. А пока мы готовим основное блюдо, то вы можете посмотреть предыдущие мои видео про 14 февраля. Быстрее нажимайте подсказочку. А мы пока ждем. Я думаю, наше блюдо готово. А теперь пришло время десерта. И удивлять нашу вторую половинку мы будем кексом за 5 минут. Для этого нам понадобится кружка, яйцо, какао-порошок, непонятная белая штука в мешке под названием мука и молоко. Я не знаю, получится ли у нас приготовить этот кекс, да еще приготовить его вкусно, потому что я посмотрела очень много всяких туториалов, и они всегда его готовили, но при этом они в конце не пробовали. Поэтому сегодня мы, естественно, его попробуем, и надеюсь, все будет хорошо. Привет, расстройство желудка! И для начала мы добавим 4 столовые ложки муки, 2 столовые ложки сахара и 2 столовых ложки какао. А теперь это надо все перемешать. Теперь нам нужно добавить яйцо. Неудачно. Тоже неплохо. Со скорлупой, да. Так вкуснее. Заново перемешать. И так как наша масса стала как пластилин, то нам нужно добавить молоко. 3 столовых ложки. У нас ложка там, как мы... Мы оставим эту ложку, возьмем вторую ложку, нальем туда 3 столовых ложки молока. Раз, два, хардбат. Слушай, вот ты говоришь, что у нас образуются мучные комочки, у нас все как комок один. Я не виновата. Блин, я еще самую красивую кружку взяла, типа, потому что она побольше, маму знает, пистону ставит. И общими усилиями мы как-то это все размешали, и теперь нужно поставить микроволновку на 3 минуты. Ты думаешь, у нас получится? Нет. Я тоже так думаю. И пока готовится наш кекс, напишите, пожалуйста, в комментариях, будете ли вы как-то праздновать этот праздник, и что вы приготовили своей второй половинке в качестве подарка.
А мы так первой половинки. Значит, ты целый. Приготовилась. Что за атомная война? И пока наше творение искусства выглядит не очень, я знаю, как исправить эту ситуацию. Посыпь его сахарной пудрой. Стало еще хуже, Даша. Великолепно! Вот и все, наши блюда готовы, и теперь давайте готовиться к приходу нашей второй половинки. Вот наше видео с приготовлением к 14 февраля подходит к концу. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, нажимайте на вот этот вот колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну а с вами была Дарья. Всех люблю, целую. Любите друг друга. Все, все, спасибо большое. Все. Какой вкусный сок. Он как резина, знаешь? Не, он... Знаешь, как тебе объяснить? Вот у меня хлебопечка есть. Угу. Вот хлеб, только черный. Да? Да. Я боюсь, что он не пропечется. Ну, в принципе, и... ну, поесть можно. Не сладкий, он не сладкий. Нормально, нормально. Пойдем.